Ну, мне кажется, у каждого человека есть выбор. Журналистам платят за это деньги. Их же не силком туда не заставляют ехать. Поэтому у журналиста, наверное, должен быть и свой моральный какой-то... Хочет он туда ехать или не хочет ехать. Это же не военные, дали приказ и поехали. Хотя многие скажут, наверное, да так оно и есть. Но, ребята, это ваш выбор. Хотя, с одной стороны, если такие случаются вещи, всегда же журналисты это были такие какие-то, не должны убивать их. Потому что понятно, что на войне многое хотят скрыть, многое хотят не показывать, что есть на самом деле. Потому что война, она никогда не оправдает ни побежденных, ни победителей. Но журналисты должны... У нас много про войну, про мир фильмов, а это такая документалистика получается. Журналисты это показывают, и мы уже, глядя на это, должны делать свои выводы, нужно нам это или не нужно. А то, что их убивает или что-то, это мерзко и подло. Значит, за этими людьми не совсем все чисто. И каждый, наверное, человек должен делать от этого свои выводы.